Так, а против меня огнемет положили. Не знаю, как сейчас будет, но последнее время вот сюда что-то мало стало катать танков. Так, у меня 35 секунд КД, можно не спеша развернуться, выставиться и потом уже бить. Хотя я думаю, вот там по вдоль замка там будет по кому стрелять, но с моим КД там впереди паровоза бежать нечего. Так, ну я думаю, отсюда первый выстрел. Видите, ничего я не успею ему сделать. А вот Юдасу дадим. Так, там и елочку зацепили. И Юдасу. И все, каждой твари по паре. Посмотри, Юдас упертый какой. Ну, это у них что-то команда какая-то суицидная. Да, давай, потанкуй. Я бы еще там и Лори всыпал. Но Лора там за холмиком у воды стоит, не знаю. Чармли, а, Чармли его там вообще изнасилует. Вообще, это ж техника Чармли, страшный товарищ. Я, правда, по-моему, еще ни одного боя на нем не выкатил, но... Это не Чарфутур. Смотрите, как он. Обдурил он меня. Ладно. Мы там глянем с огнеметом этим. Вот товарищ, который никуда не уедет. Так, этому уже не жилец он. Конечно, по тайпу, если попасть, тут хорошо будет. Ну, давайте подождем его, покараулим. Сейчас только глянем еще вот этого персонажа. Нет, тут дела не будет. Алнатайп получил из города, и вместо того, чтобы уйти, поехал опять в эту сторону. Странный чувак. Корсиканец, здорово. Как дела? Знаешь, как говорят, мужики в поле. Как дела у нас? Дурака валяем. Корсиканец, все хорошо. Почти побеждаем всех. 7 секунд. Опять на гусеницу, да? Ну давай, проверим. Что там у тебя с ремонтом? Это Чарфутурова, походу, упражнял. Да, можно было и сюда кинуть. Ну давай, тигр. Теперь на твоей улице праздник будет. Да, немету самостоятельно делать нечего. Это ж надо еще и там 250, сколько, 500 дали, да? Ну,
Кого бы нам тут пристрелить? Это он зачем так? Ой-ой-ой, я думал, он сюда поедет. Обдурил. Ну, мы подождем, мы никуда не спешим. Угу. Что-то ошибся он совсем. А гусеницу нельзя. Ладно, план поменялся. Давайте Шкоду застрелим. Знаете, надо с угла стать, вдруг Чарфутер отсюда захочет выезжать. А он все равно выйдет, да? Ничего, мы ему не помешаем. Что у нас там, взвод, да? Стерва, 430-й. Осторожные пацанчики. Ладно, давайте уже здесь посмотрим. Там целый скорб. Случайно убил его, вот правда. Я думал, будет перелет. Не стрелять я не мог, а выстрелил, думал, будет перелет просто. Даже без варианта оглушки там и все такое. Что, у меня 7 снарядов. А скорб ушел, да? Арсен, давай, спокойной ночи. Спасибо, что в гости заходил. Не долетело. Ладно, мимо меня штука. Говорит, помогите базу захватить. 4 секунды время полета. Так, ну что, ближе переезжать, это мне надо за холм заехать. Пока я буду объезжать холм, мне его подсветят. Теперь поеду. Как раз пока откадешься, может, еще успею разочек дать. Ну, там с этим клоуном хорошо получилось. А, ну, лучше победили. Владимир, здорово. На S51, на 150... Не, на стоковом. Я играю на стоковом. Ну, то есть первая, которая меньше. Там КД быстрее. Дело в том, что с турбобоями... Вот сейчас я играю, турбочей как бы нет. А на самом деле, как только турбобои, и все. Ты там ничего не сделаешь на топовой пушке. Марк, давай спокойной... Фу, спокойной ночи. Удачного дня. Еще мастера выдали. 2200. 2700.